зашел в квартиру, началось, ну, где-то со стороны аэродрома начались эти взрывы. Вот. Я взял ребенка своего сразу со спальни, перенесли мы его в туалет, что, потому что осколки летели, там я понимал, что это взрывается что-то. И мы как раз между ванной там, и туалетом спрятались, посыпались везде стекла, и здесь упало у нас раз, наверное, 8 кассет. Летело все по диагонали от аэродрома и до самого НКМЗ, то есть через весь город. Комната у нас одна, спрятаться, сориентироваться как-то было негде, ну, быстро как-то. Наше единственное спасение — это вот кладовка, потому что две несущие стены. Это самое, что это. Здесь мы, в принципе, вот вдвоем с ней можем поместиться, да. Вот, мы встали и стоим. И не знаем, как нам что и дальше делать. Состоится митинг, посвященной памяти жертв, погибших в вооруженном конфликте не только 10 февраля в городе Краматорске, а в целом погибших во время вооруженного конфликта на Донбассе. То, что мы успеваем сделать, это открыть закладной камень, на месте которого в наших планах, если все удастся, к 5 июля, к дню освобождения города, на этом месте мы откроем капличку, на которую можем круглосуточно может прийти любой и поставить свечку за погибшего родственника или за близкого человека.